Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео мы поговорим на такую очень щепетильную тему, что делать, если на продвижение вашего мобильного приложения у вас либо нет денег, либо их катастрофически мало и вы, вы готовы брать ее часть какую-то со своей возможной зарплаты. Как продвигать мобильное приложение, а именно Android приложение в условиях максимально минимального бюджета. Устраивайтесь подобнее мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему Android. Тем самым быть уверенным в завтрашнем дне, если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя в офисе или удаленно. Если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизнь огромного количества людей, и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика. Я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении! Когда вы начинаете, ну давайте представим такую ситуацию, вы разработчик, Android-разработчики сделали свое мобильное приложение, пусть первое мобильное приложение, пусть ну, не прям первое, но ну, первое, которое прямо осмысленное мобильное приложение, и вам нужно, как... ну, чтобы кто-нибудь скачал ваше мобильное приложение и начал пользоваться. И... То есть вам нужно получить первых своих пользователей, ведь потом уже по теплых контактах, по теплым контактам будет все это разрастаться. Что делать вам? Во-первых, вам нужно максимально точно определить вашего потенциального, вашего потенциального пользователя. Как нам говорят маркетологи, нужно составить портрет вашего пользователя. Вы должны понять, кому интересно ваше мобильное приложение, кому более да, интересно, прям кого оно затронет, и понять, кто эти люди, чем занимаются и в основном какие у них интересы. Вот самые главные аспекты. Не важно, сколько им лет, мужчина, женщина, не важно. Важно, какие интересы, чем занимаются, и уже исходя из этого, мы будем дальше смотреть. Далее вам нужно объединить интересы всех ваших пользователей и найти схожие интересы, то есть увлечения, интересы или какую-то профессиональную направленность, то есть нужно понять, чем люди, чем будут схожи ваши все пользователи, да, и уже по этим интересам найти вам э, сайты, которые вещают на эти темы, блоги, ну, в формате тех же сайтов, в соцсетях, YouTube каналы возможно, что-то в инстаграм, И можно найти, скажем так, источники информации, сайтов, блогеров, которые, скажем так, не сильно большая аудитория, то есть не сильно раскрученные, ну, у которых там 5-10 тысяч подписчиков. Важно, возможно, вот такие вот с ними более просто договориться и более все будет эффективно. Там будет сама прогретая аудитория и не так уж многое вы потратите на рекламу. И заказать у них рекламу, либо обзор, лучше всего обзор на ваше мобильное приложение. Кроме того, вы, я вам советую вообще это делать на этапе, как только у вас появилась идея, вы точно знаете, что вы будете делать это мобильное приложение, вам уже на раннем этапе нужно подготовить площадку для пиара. Вы можете завести свой YouTube канал на тематику вашего мобильного приложения либо какой-то сайт вести, то есть уже потихоньку прогревать. Либо есть второй подход. Вы ведете блог или YouTube канал на, как, на такую тему, которая интересна всем людям. Например, про тематика тех же кинотяг, те, кинофильмов, да, музыки. Ну что-то, что все очень сильно потребляют контент. Конечно же, будет идеально, если ваш вот этот, вот, вот этот вот блок, ваша площадка будет максимально схожа с тематикой вашего мобильного приложения. И вот на таких своих уже площадках вы также можете все это пярить. Но это намного сложнее, проще найти небольшие такие блогеров и заказать у них первую рекламу, но лучше первые обзоры. И у таких блогеров вы чаще, какая получится ситуация, вы несколько раз пропу пропубликуетесь, да, грубо говоря, потратите 10-15 тысяч рублей на это все дело. И получите первых своих клиентов первых пользователей и тут все зависит от вашего мобильного приложения. Если ваше мобильное приложение по-настоящему классное, по-настоящему решает какие-то проблемы, да, на первых этапах, когда только вы раскручиваетесь, не засовывайте, не засовывайте туда очень много рекламы. Не нужно вообще рекламу, просто дайте удобность и потом эти пользователи первые будут писать вам отзывы. Эти пользователи будут советовать своим друзьям, знакомым, да, и тем самым вашим пользователям, ваша армия пользователей, она будет нарастать, нарастать, нарастать. И постепенно расширяться, и там более активно вы сможете запускать рекламу. То есть стратегия, когда у вас мало маленький бюджет, следующее. Сделать максимально классное мобильное приложение. На этапе подготовки к разработке мобильного приложения, начать уже свой вести какой-то тематический блок или тематическую площадку, где вы будете публиковать контент. И по завершению мобильного приложения, разработки мобильного приложения, когда она у вас будет готова, уже загружена на Play Market, вам нужно найти тематические площадки, сайты, блоки, соцсети, YouTube-каналы, неважно что, у которых небольшая армия подписчиков, ну, которые более или менее прогреты, да, у, то есть им нравится эта тематика, и публиковаться у таких блогеров. Например, у вас мобильное приложение по, скажем так, туристическим маршрутам Таиланда, там, Индонезии, неважно, Вьетнама. То есть какие-то туристические маршруты, вы про туризм рассказываете в этих странах, в азиатских. Вам нужно просто найти туристические блоги, которые рассказывают про эти страны и просто заказать у них рекламу. Она будет очень дешевой. И потом уже нарастать, нарастать, нарастать. Можете вести что-то свое. Вот простой пример, как это сделать. Просто нужно подходить со стороны пользователя и отвечать на вопрос, а зачем я буду пользоваться вашим мобильным приложением и сделать его максимально классным. Но опять же, много видео у меня о том, как правильно подходить к разработке мобильного приложения, из чего исходить, как строить стратегию разработки мобильного приложения и развития идей. Но на этапе, когда у вас маленький бюджет и нужно продвигать мобильное приложение, нужно находить тематические площадки, на которых будут люди, которым, которым потенциально интересно ваше мобильное приложение. Когда вы наберете свою первую там 100 тысяч ну, 100 или 1000 пользователей, там уже будет все намного проще, люди будут уже советовать своим знакомым, а когда что-то советуют своим знакомым, к этому наиболее по-теплому относишься, и у вас будет развиваться ваше мобильное приложение дальше. Но это на сегодня все, что я вам хотел рассказать. Теперь видео будет выходить раз в неделю, они не будут длинными, будут короткими, потому что у меня появились свои новые проекты. Поэтому будет как-то так. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу, до встречи на следующих эфирах. Всем пока.